пошел. Ой-ой-ой-ой-ой. Что ж ты так ездишь неаккуратно? Надо немножко аккуратнее ездить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратнее. Да что ж такое? Все, мой автомобиль уже приехал. Не зову. Дорогой друг, а перед тем, как посмотреть это видео, обязательно подпишись на мой канал. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами Юра, и сегодня мы будем продолжать играть с вами в эту замечательную игру с нашим товарищем, который любит прыгать, разбиваться. Будем играть в игру Just Case 2. Так, ну что ж, давайте я предлагаю... Ого, высота! Высота вполне приличная. Так, ну что ж, ребята, я предлагаю нам вызвать... какой-то самолет, и мы с вами на этом самолете сегодня полетим и немножко полетаем сегодня. Так, устроим какие-то воздушные бои. Так, ну что ж, давайте в принципе вызовем нашего дружбана. Двое готов. Что тебе нужно? Так, нам нужно, что нам нужно, я тебе потом скажу. Нам нужен истребитель стрекоза. Приказы нужно исполнять. Так что давай, дорогой друг, побыстрее лети на него. Окей, не сломаем ничего, все будет отлично. Так, ребята, отлично. Все, истребитель мы с вами получили. Теперь мы с вами сядем в него и... я думаю, полетим. Давай, давай, полетели. Отлично, просто круто. Все, ребята. Все, что остается нам теперь у нас... теперь у нас и ракеты есть. Ой-о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 й. Чуть не врезался в гору. К управлению надо привыкнуть, кто еще не привык. Так, ребята, я теперь могу стреливать любые различные суда и морские. Так. Полетели на остров, посмотрим, что творится. Так, корабль пропустим, пускай идет. Так, давайте полетим, посмотрим, что у нас делается на этом острове. Порядок сейчас наведем. Так, истребитель отлично себя ведет в воздухе, отлично себя чувствует. Опа-па, а это что такое? Это что-то уже серьезное, ребята. Вот какие-то два здания впереди вижу. Давайте двигаться посмотрим. Посмотрим. Можно ведь не даже двигаться. Вот так вот. Отлично, отлично. Самое главное нам, а то сейчас еще и мы упадем. Так, ну что ж, я предлагаю выпрыгнуть из самолета. Сейчас мы с вами заберемся на максимальную высоту и выпрыгнем из самолета, чтобы полететь с высоты огромной и упасть вниз, смотреть на эту красоту. А, ребята, если мы упадем, где же мы? Потом высадимся. Ладно, потом посмотрим. Так, ну что ж, дорогие друзья, готовы. Сейчас я буду выпрыгивать. Вот так вот. Вау. Ого. Вот это высота. Вот это да. Вот это высота. Ого. Фу. Отлично. Просто отлично. Да. Пока все идет хорошо. Пока все идет по плану. Все у нас идет по плану. Мы летаем, как вольная птица. Так, много этого. Много получается здесь облаков и туч, которые мешают нам лететь. Но мы не сдаемся. И уже вот-вот скоро приземлимся. Вот возле озера, чувствую, где-то рядом мы и упадем как раз.
что ж, давайте. Вау, ребята, все, я приближаюсь к земле. Вот я, вот кольцо, в кольцо, прямо в кольцо. Давай, пошел, 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 пошел. Вау, вау, вот так вот, молодец. Отлично, отлично, пошел, 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 пошел. Вот это да, вот это молодец. Выпрыгнули мы из самолета. Потому что если бы мы с вами падали в самолете, то мы бы, наверное, скорее всего, взорвались. Да, дорогие друзья. Так, сейчас мы можем взять даже тачили погонять. А ну давай сюда тачку. Пошел отсюда. А ну иди отсюда, дай мне покататься немножко на машине. Ой-ой-ой, полиция, полиция. Бегаем быстро, а то сейчас полиция нас накажет. Отлично, отлично. Пошел, пошел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж ты так ездишь неаккуратно? Надо немножко аккуратнее ездить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратнее, аккуратнее. Да что ж такое? Все, мой автомобиль уже приехал, не заводится. Заводись давай. Да что ж ты? Заводись, 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 заводись. О, все, готово, поехали дальше. Так, отличненько. Давайте назад выйдем. Да что ж такое? Как, как? Смотрите, машина у нас уже такая довольно разбитая, но, тем не менее, я еще продолжаю на ней ехать, отлично. И мы еще, может, куда-то приедем. Но нам нужно... Ого, ребята, какая лодка. Хочу вот эту лодку быстрее. До свидания, дорогой друг. Пассажиров брать не велено. Пассажиров брать не велено. Ну что, дорогие друзья. Погнали, вот это мы с вами лодку отхватили. Я еще такую лодку не видел, крутую. Да, действительно. Ого, чуть не столкнулись с баржей старой, видели? Если бы столкнулись, был бы взрыв огромный. Ребята, аккуратно, впереди по курсу такая же лодка, прием, чтобы не взорваться. Ой-ой-ой, еле отошли. Отличная лодка, отличная. Просто супер. Так. Аккуратненько, аккуратненько, ой-ой-ой, по земле едем. Тихо-тихо-тихо-тихо, не врежься, не врежься. Ой-ой-ой-ой, тихонечко, тихонечко. О, мост, вот, надо нам на мост, ребята. Ой, тихо-тихо-тихо. Тихонечко, тихонечко, вот там на мост надо. А вон бар надо. Давайте здесь свои копыта скинем и пойдем пешком погуляем пешком куда-нибудь. Так, так, ну что ж, в принципе, мы все это видели, нам все это уже показывали, но мы с вами опять пойдем, сейчас покажу куда. Так, выходи давай отсюда. Опа, какой мусоровоз. А ну иди сюда, дорогой. Я хочу... А ну пошел отсюда. О, ребята, вон на такой машине грузовой. Очень интересно поездить. Ой-ой-ой, что же я наделал? Я нечаянно выпрыгнул из нее. Тихонько, тихонько, тихонько. Ух, чуть авария не была, ребята. Или давайте вниз. О, на пуле, давайте вниз. Уау! Вот это круто, ребята. Мы с вами прыгнули автомобилем вниз. Прикольно. Давайте еще каким-то автомобилем попробуем. Давайте на мотоцикле, в натуре. Сейчас на мотоцикле мы сделаем. В натуре, в натуре. Сейчас попробуем, как оно будет на мотоцикле. Так, дайте хоть что-то мне. Ребята. Или на квадроцикле.
Да я тебя не буду трогать, не кричи. Мы возьмем только твой транспорт. Так, ну что, берем разгон отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, наш транспорт взорвался, и мы чуть с вами не погибли, аж дерево продырявили. Так, ну что, давайте возьмем этот транспорт. Пошел отсюда. Так, ну что. Берем этот транспорт, идите на этом транспорте. А ну-ка посмотрим, как у нас какая. Пошел, 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 отлично. Ну, мотоцикл так же, как и машина, остались в воде у нас. Отлично. Что еще можно сюда загнать? Так, в принципе, уже из транспорта такого ничего нету, что мы сюда можем с вами загнать. Мы можем просто повисеть под мостом, да? А это нам тоже никуда не годится. Так что давайте с вами, наверное, все-таки придумаем еще кое-что. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ребята, сбила меня машина и сигналит. Куда ты сигналишь, дядя? А ну иди сюда быстро, а ну вылезай отсюда. Вот так вот, чтоб ты знал, что меня больше не трогать. Так, а ну своими чемоданами полетишь сейчас в море на своем автомобиле. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Она тоже, эта машина, в воде. Прикольно мы сегодня, ребятки, почудили с вами. Полетали, поплавали, погоняли. Ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск на канале Вечное Детство подходит к концу. С вами был Юра. До новых встреч в других выпусках. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. До встречи.